Четвертый съезд Чукчи Республики Саха-Якутия прошел в апреле этого года в селе Колымской, административном центре Халарчинского наслега Нижнеколымского района, который располагается в 180 километрах от поселка Черский. Ассоциация Чукчи в Якутии впервые создана в 2004 году. В 2010 году в селе Колымское состоялся первый съезд Чукчи Республики. В том же году чукотская диаспора Якутии вошла в единый перечень коренных народов Российской Федерации. В 2011 году село Колымское по решению Государственного собрания Илтумен получило статус «Национальный чукотский халарчинский наслег». Пленарное заседание начинается с регистрации делегатов и рабочих органов съезда. Участники прибыли из города Якутска, Чукотского автономного округа и Камчатского края. Слышится гортанная чукотская речь, настроение всех приподнятое и праздничное. Тихонько набирает силу чукотский ярар, бубен. Начинается съезд. Еттек томгатури, мури торакалты, омакатанвета, матапкир, айвыска нотайпы. Кеном анин, если тешенеп, мургинетам шо оттеючет, конп на шоушка кынет, ир мури, ргин варган, матан шеркан, морг нананалта. Анин секей, амтанета, манатварган. Ето в Тунгатуре, Дарабо, Дагор, здравствуйте. Жители села Колымское, Мандиткен, Гивингитинграк, Парос, Мури Торкаты, Геремкицы, Мури Тингут Кутури, Умекет, Мутин, Мутин, Намакам, Нк, Еп, Ремкит, Ампан, Омакатиргет, Ниен Мури, Каматиуркини, Тектури, Амашатори, Экучмечтури, Нумет, Тенмеш, Амтанети, Мургин, Варген, мы начеркин, и там конт по морган анси, мы начеркин морген, сецеркин ги, личи, стритенган антонина, коматваш, нюхин, ивка, конт по, шамынка, мын машоман кэппеты, ашку шинью исаха, тор оран ма вашом ю, вешен пухуна тури. После отчета мандатной комиссии делегаты и участники съезда заслушали доклад председателя ассоциации Чукчи Жанны Андреевны Дичковой о проделанной работе за прошедший период. В октябре 2021 года ассоциация была зарегистрирована как региональная общественная организация ассоциации Хиуравитха Чукчи Республики Саха-Якутия. Ассоциация Чукчи-Якутия в 2018 году стала инициатором объявления села Колымская зона трезвости. Предложение об объявлении наслега на сходе зоны трезвости было принято единогласно. После определенных процедур этот статус должен быть закреплен постановлением Государственного собрания Илтумен. В 2019 году ассоциация провела фестиваль-семинар по чукотскому языку, культуре, оленеводству и ветеринарии для учителей. В рамках семинара были организованы курсы по повышению квалификации на базе Института повышения квалификации работников образования для слушателей в объеме 36 часов. Также был проведен республиканский научно-практический семинар «Язык и культура Лора Ветланов Чукчи. Настоящее и будущее», а также концерт носителей чукотского языка и культуры. Было 8 слушателей из Нижнеколымского района, из числа учителей чукотского языка и культуры в школах и детском саду, учителя оленеводства и ветеринарии Колымской национальной средней общеобразовательной школы имени Николая Ивановича Таврат, один из Алайховского района, двое из Якутска и одна из Канады.
Итоговый документ резолюции фестиваля, куда вошли и обращение к сородичам о призыве сохранять и развивать традиционные виды хозяйствования, язык и культуру чукчей, вести решительную борьбу за здоровый образ жизни, социальное оздоровление, в первую очередь молодого поколения. С инициативой о дополнительных выплатах семьям, поддерживающим кочевой образ жизни, а также разговаривающим будто на родном языке, о выделении в первоочередном порядке путевок в летние лагеря детям, в санатории и профилактории членов семьи, где разговаривают на родном языке. Ассоциация «Хигуравитлят» благодарит правительство Республики Саха-Якутия об учреждении республиканской премии имени Григория Ивановича Вельвина за вклад в сохранение и развитие чукотского языка и культуры. Первой обладательницей, которая стала учителем чукотского языка и литературы, Лопасина Людмила Ивановна. С рекомендацией об улучшении качества интернета в селе Колымское также мы выступили на этом съезде. Все еще проблема остается об оплате учителям родного языка. Сократились ставки, не ведется преподавание по эвенскому, юкагирскому языкам. Они перевелись на факультативную часть. А также дополнительное финансирование, укрепление материально-технической базы, преподавание оленеводства в Колымской школе. Вопрос остается открытым. Все еще остается нерешенный вопрос об открытии в детском саду «Ладушки» малышевой группы с изучением чукотского языка. Ассоциация Чукчи Республики уделяет большое внимание молодежи, так как это вопрос очень важный. В 2022 году ассоциация выиграла грант по линии Министерства по развитию Арктики в размере 500 тысяч рублей и провела в селе Колымское большой первый северо-восточный межрегиональный форум молодежи Омакадгырген. В мероприятии приняло участие 35 представителей молодежи коренных малочисленных народов Севера. Очно приняла участие команда из Среднеколымского района. В режиме ВКС участие приняли команды соседних районов и Чукотки. Этот форум, также вследствие работы третьего съезда Чукчи-Якутии, он вошел в резолюцию этого съезда. В рамках форума были проведены открытые уроки по трем языкам коренных малочисленных народов Севера, по чукотскому, юкагирскому и эвенскому. Проводили их сами делегаты форума. Также проводились конкурсы на знание традиций и культур народов Севера, мастер-класс по изготовлению пуговиц на оленей и лямки, по пошиву унтов, шапок, выделки шкур оленя, замши оказались очень актуальными для всех участников. Резолюция форума также отразила ряд мер по повышению уровня жизни на Севере. В январе 2023 года молодежь Колымского, который учится в городе Якутске, в Хабаровске, в городе Нерюнгри и по ВКС из Билибина Чукотского автономного округа, а также из Алдана, решили встретиться и обсудить свои вопросы и наметить планы. Думаю, что это плоды также форума Омакадгыргена. В прошлом году исполнилось столетие выдающегося государственного и общественного деятеля, сына Халарчинской тундры Николая Ивановича Таврат. Мероприятия по празднованию этой знаменательной даты начались с традиционного обрядового праздника кильви, который был восстановлен по рассказам знатоков культуры чукчи. Затем 7 мая в Доме дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского прошел День Таврата, где нижнеколымчане тепло вспоминали своего земляка, были выступления молодежи на чукотском языке и танцы в исполнении колымской молодежи. Силами колымской диаспоры и поддержки студентов промышленного техникума имени Десяткина был поставлен спектакль на чукотском языке «Мури хлиурахля мури». В эти же дни прошла первая научно-практическая конференция «Николай Иванович Таврат и современность. Обращаясь к прошлому, строим будущее». Конференция проводилась в целях развития патриотических чувств, любви к родному краю, почитания памяти Николаю Ивановичу Таврату. Основной целью конференции является приобщение молодого поколения к родному языку. Также было проведено собрание общественности, посвященное столетнему юбилею Николая Ивановича Таврата в стенах общественного центра при большом количестве представителей коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. От всех трех съездов делегаты ожидали прежде всего конкретных решений по улучшению положения в оленеводстве, повышению уровня жизни, новых идей и проектов по сохранению родного языка и культуры. Также будем дальше работать по этим
направления. Отметим, что село Колымское – это единственное место на территории Якутии, где компактно проживают чукчи, составляющие большую часть местного населения. И не случайно именно это село было выбрано местом проведения съезда чукчи Республики Саха-Якутия. И все вместе с жителями села Колымское мы обсуждаем те проблемные вопросы, которые, наверное, уже годами обсуждаются, но, к сожалению, мало движений вперед, поэтому сегодня мы хотим дать новый импульс для решения этих вопросов, чтобы все-таки с мертвой точки сдвинулись многие вопросы, потому что сегодня речь идет вообще о будущем чукотского народа на территории Республики Саха-Якутия. Сегодня мы обсуждаем вопросы развития инфраструктуры в селе Колымское. Это жилищная инфраструктура, в первую очередь, которая очень ветхая, во многом аварийная. Но, к сожалению, Колымское относится к затопляемой зоне, практически 100% села. Поэтому очень затруднительно здесь строить новые объекты. Также мы говорили о социальной инфраструктуре. Это обновление, строительство новой школы, врачебной амбулатории, детского сада и так далее. То есть здесь целый такой большой клубок социальных вопросов, которые необходимо решать органам власти совместно с органами местного самоуправления. Вот. Сегодня мы обсуждаем основу развития народа – это оленеводство. Сегодня большие опасения и у жителей, и у самих оленеводов за будущее оленеводства, потому что сегодня практически не осталось оленеводов. То есть кадровый вопрос самый главный сегодня, который здесь стоит. Вот. Нету смены оленеводов. Вот кто будет дальше заниматься оленеводством? От этого ведь зависит вообще будущее народа, потому что нет оленя, нет народа. И здесь, конечно, нам нужно какие-то новые кардинальные решения принимать совместными усилиями. Наверное, искать виноватых тут бесполезно. Нужно объединить усилия и принять действенные меры, которые позволят нам дальше развивать оленеводство. Хотя, с одной стороны, кажется, что ситуация безвыходная, но все-таки я думаю, что какие-то новые, совершенно, может быть, какие-то инновационные методы надо внедрять и принимать решения. Иначе о будущем здесь, на Халарчинской тундре, говорить не приходится, к сожалению. Вот. Поэтому нужно заниматься молодежью. Это будущее. Это наше будущее. И сегодня привлечь молодежь в традиционные виды хозяйствования очень тяжело. Потому что сегодня идет глобализация, урбанизация. Молодежь переезжает, ищет новой лучшей жизни. Вот. И мало кто возвращается и заниматься продолжением дела своих предков. Вот это надо переломить каким-то образом. И об этом сегодня говорит наш съезд. У нас у чукотского народа более 17 названий, наименований цвета оленя, которые русским языком не передашь. Мы всегда говорили, когда ловили, антр, эпек, там, этот, яхтин, все мы понимали этот язык. Мы сами произвольно говорили чукотский язык. А теперь сейчас иногда, я вот честно говорю, тоже я вчера ходил с многими оленеводами, общался, разговаривал. Тоже говорит, у нас, ну, пришли снегоходы, вот это, пришли снегоходы, которые, по сути, сейчас мешают на жизнь нашего леда, обучать. Потому что раньше у нас был уклад жизни, 4 утра встали, быстренько чай попили, мы, я рад, женщины полок выбивают, мы уже пошли в стадо. У нас не было ни ошейников, которые сейчас огромные деньги стоят. Это был уклад жизни, мы проверяли Петран, потому что мы, у нас была обязанность, то, что мы, мужчины, должны были сохранить стадо. Это был наш уклад жизни, это наша была зарплата, жизнь, это язык и культура была. И вот сейчас я смотрю, у нас почти вот везде так, сейчас такая общая ситуация, да? Может быть, надо какие-то условия создавать, этот оазис тепла, уюта в тундре, чтобы вот привлечь молодежь. Тундру. И нам уже старшим поколением идти тогда в тундру, быть примером, чтобы показать. Вот мне надо как-то привлечь люди во всех городах. В Белибиной, Пиеке, есть много людей со всех сел, которые не стало стада. Они вернулись. Куда им идти в город? Они там как брошены. А надо людям, наверное, показать. Взять с собой, чтобы они почувствовали в тундре, что они нужны, что они востребованы, что это их не дом. Если даже бывают такие случаи, пускай он там водку запил,
Он зато, когда очнется, осмыслит, что его ждут в тундре. Вот может тогда они скажут, я поеду в тундру, там меня ждут, где это нужен, где мои истоки. А почему сейчас у нас молодежь? Я всегда говорю, ребята, наши мамы, деды, прадеды родили наших мам, где не было ни воды, никаких условий, которые дали потом нам жизнь. И чтобы мы потеряли эту жизнь, солями отдали, надо бороться вот нашу жизнь. Субсидии надо еще раз зарабатывать, помимо того, что именно субсидии. Рога сдавать, хорошо, что идет. Оказывать услуги там, туризма, которые приносили бы дополнительный источник дохода, чтобы оленеводы немножко стали сами коммерческими директорами, которые, помимо того, что сохраняли оленеводство, они еще получали дополнительный источник, который бы вкладывали деньги, вот как ваш штурвал. Торгует оленями, ради бога. Это же идет во благо ваших людей, которые вот здесь живут. А если будут оленеводцы жить, и будет село жить, тогда будет какая-то гармония вместе. И мы вместе язык сохраним, культуру. По итогам 4-го съезда Чукчи Республики Саха-Якутия делегаты Якутии, Чукотки и Камчатского края обсудили вопросы строительства социальных объектов в арктических условиях, сохранения родных языков и транспортного обслуживания отдаленных местностей. Участники отметили важность контроля реализации принятых съездами резолюций. И по итогам съезда разработано предложение о принятии резолюции съезда постановлением правительства Республики Саха-Якутия. Данная мера обусловлена кочеванием принятых решений от съезда к съезду. Например, опять отложено строительство этнокультурного центра в селе Колымское. И именно поэтому прозвучало предложение о планировании квоты в бюджете республики на разработку проектно-сметной документации отдельно по Арктике. Необходима программа по развитию сельского хозяйства и продовольственной безопасности в арктических районах. Также очень тревожным остается вопрос с кадрами в оленеводстве. Нужны дополнительные меры в программу «Молодой оленевод». Я бригадир, бригада номер один. Уважаемые односельчане, гости, всем желаю здоровья, удачи. И хочу, чтобы мой сын продолжил наше дело, дело Ягловских, Николая Афанасьевича, Марии Павловны, наше это родовое стадо. И мы надеемся, что мы будем держать это стадо, сохранять наши традиционные обычаи, все соблюдать. И в дальнейшем, я думаю, все будет у нас хорошо. Ептык Тумгатури, поздравляю всех с началом культурно-спортивных мероприятий 4-го съезда Республики Саха-Якутия. Прошли два насыщенных дня деловой части. Среди них, значит, пленарное заседание секции, работа с чукотской молодежью. Все прошло очень хорошо. Все довольны. К нам приехали гости с Чукотки, с Камчатского края. И местное население было очень поддержано вот в этой работе. Поддержаны администрацией, мы были поддержаны администрацией и министерствами. Спасибо всем большое, благодарю. Приветствуем всех участников съезда, которые приехали на нашу Колымскую землю для того, чтобы отпраздновать и провести с нами 4-й съезд Чукчи, который дает нам надежды на лучшую жизнь, который думаем, что те решения, которые мы приняли, чтобы они воплотились в жизнь. Всем всего наилучшего, чтобы следующий съезд Чукчи, который проведем мы через 4 года, участвовало больше оленьих упряжек, чтобы больше яранок стояло, чтобы было больше людей, для того, чтобы мы здесь с вами встретились и встретили гостей, как на этом съезде, не только с Чукотки, но и с Камчатки тоже.
Всего всем хорошего, здоровья, мира и благополучия. Турим, мурин коргаута, муре пкирмик, Чукотка, Калымская, Якути саха, нкам лен, якаймет, ярат кут кратеке, не нетунгу море, якенгет лет гарингесли нет кулю, якулем га пенин муре, торе каут пирмик, лен, нкоргау, месин кетури, мылёкет варк неттек, иткан Мене нет, мене орки нет, так масса на английском, мене орки нет, мы что? Я кулю мне тури, мутку не тватори. Наша народность чукчи, жители села Калымское, собрали всех гостей на 4-й съезд Чукчей Республики Саха-Якутия. Приятно видеть наших гостей с Чукотского автономного округа и Камчатки. Действительно, на протяжении 2 дней поднимались очень важные вопросы. И наша культура, мы понимаем, что действительно в данный момент очень нужна. Потому что мы, как настоящие люди, должны сохранять свой фольклор, язык, традиции. Только у такого народа, который бережет свое прошлое, есть настоящее будущее. И действительно, в принявшейся резолюции мы думаем все и уверены, что все воплотится в жизнь. Желаем всем жителям села Калымское, нашим народностям, счастья, здоровья и процветания. И пусть под звуки ярара мы собираемся только по хорошим событиям. В нашей республике проживает всего около 600 чукчей. В Якутии уделяется большое внимание проблемам коренных малочисленных народов, поддержке традиционных отраслей сельского хозяйства. На каждом съезде чукчей обсуждаются вопросы образования, сохранения культуры, сбережения здоровья и качества жизни населения. Завершил свою работу 4-й съезд Лаура Ветланов Чукчей Республики Саха-Якутия. 3 дня плодотворной, активной работы пролетели незаметно. Круглые столы, мастер-классы, молодежные квесты, подписание соглашений о сотрудничестве. Работа проведена большая. Избран новый состав правления Республиканской ассоциации Лаура Ветланов. Совет старейшин, председателем избрана Жанна Андреевна Дьячкова. Впереди еще много работы. Предстоит претворить в жизнь резолюцию съезда, куда вошли все насущные вопросы и пожелания делегатов и участников съезда.
Ай-я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 й